Привет! С вами Хара Закарья. В этом видео хочу поделиться с вами иногда самой приятной, а иногда самой ненавистной частью дня. Утром студента. Сегодня я покажу мое утро где-то в середине семестра, где тебя еще все не так достало. Да, это значит, что есть и другие крайности. Одна у меня в начале семестра, где я просыпаюсь в 6 утра, в конце другая. В этом случае я встаю за 10 минут до пары. Итак, мое среднее утро студента. Просыпаюсь я в таком случае за час до пары. Валяюсь. Борюсь с очень хитрым внутренним голосом, который находит все причины, чтобы еще хоть немного поспать. Но так как мне надо в 20-минутный душ, мой ленивый мозг в этом случае, конечно, мне уступает. Быть свежим и чистым всегда приятно. Я всегда просыпаюсь со страшным сушняком. Простите за бескультурщину в моем лексиконе, просто мне так прикольнее. Утро я очень люблю. Когда я знаю, что у меня еще есть время, я обязательно немного наслаждаюсь тишине, спокойствием и свежестью нового дня. После я сразу иду в душ. Да, я хожу в душ только утром, потому что если я ночью помою волосы утром, я обычно глубоко жалею об этом и надеваю кепку, чтобы смирить волосы и показать на свое место. Далее обычно остается полчаса до пары. Я одеваюсь. Обычно я вообще не парюсь с тем, что надеть. Главный критерий, чтобы было чисто. Но в этот день я еще ничего так выглядела. Далее я укладываю челку. Использую бигуди. Пока челка укладывается у меня на голове, я мажу на лицо крем от загара. Не для того, чтобы не загореть в кабинете, где окна закрыты шторами, а для того, чтобы защитить кожу от любых внешних факторов, так как воздух тут плохой. А в креме от загара есть чудесный SPF. Слава ему, Господи! Увлажняю губы, подкрашиваю брови, а ну и по настроению крашу глаза. Если на улице жара, что бывает очень часто, то я не сушу волосы, пусть охлаждают меня. А если холод, что тоже бывает часто, то, конечно же, фен тут, кстати. Укладываю волосы и все. На завтрак времени обычно не остается, да и не очень хочется в последнее время. А если хочется, то это скорее всего банан, который чаще всего я ем по дороге в универ. В универе учеба, учеба и учеба. Это было вторничное утро, в этот день у меня меньше всего пары заканчиваются, они у меня в 10:30 утра. А 10:30 по субботним меркам это еще утреннее утро, поэтому видео еще идет. После я иду домой, либо спать, если плохо спала, либо готовлю кушать, либо занимаюсь еще чем-нибудь. К примеру, в этот день я монтировала. А дальше день проходит так, как он проходит. Ну что, вот такое вот среднее утро, без крайностей. Если хотите, чтобы я сняла свое утро в начале семестра, то в следующем семестре обязательно его сниму. Потому что в это время у меня обычно больше всего энергии. Я приезжаю в Китай на учебу очень отдохнувшая и полная энтузиазма. Сейчас у меня уже конец семестра, на носу экзамены, и я уже просто на минималках. Смиренно жду лета. Очень благодарна вам за поддержку и вашу любовь. Спасибо за просмотр. Пишите в комментах, как вам видео. Если понравилось, обязательно ставьте лайк. Ну а я пошла. Куплю шоколадку. Всех целую и очень люблю. До встречи.